Так, немножко о клавиатуре. Вот модель, цена 1500-1600, может быть больше в некоторых. Подножки резиновые, антискользящие, но не знаю, будут они скользить, не будут. Упоры. Вот здесь вот дырки полностью. Проливаться вода в них должна. Функции всякие прописаны, приколы. Так, плюс, что следует отметить. Кнопки функциональные. Ну, плеер крутить. Фэн зажимаешь и там. Прочее. И что является плюсом и минусом этой клавиатуры, это вот эти вот три кнопки. A, S, D, W. Они на английском. Это неудобно, если кто-то вслепую не печатает. Ну, клавиатура типа как игровая, печатать на ней вроде никто не собирается. То, что для этого минус небольшой. И подсветка. Подсветка регулируемая. Зажимаем функцию. Выключить. Включить поярче. Ну, днем почти не видно вот этой разницы. Не знаю, зачем они ее сюда прикрутили. Я в ней смысла особого какого-то не вижу. Ну ладно, пусть будет. Есть подсветка, да есть. Типа дороже выглядит. Шнур плетеный. Большего особо за нее сказать не о чем. Пивом еще не заливалось. Нарисовано, вроде бы можно залить. Вот. Время покажет, что это за девайс, как он будет работать. Кнопки вроде приятные. Вот эти мягкие кнопки. Вот эти потверже. При печати шум будет однозначно. Какие-то обрезанные уголки, типа, чтобы не нажимались. Не знаю, меня они и так вроде не нажимались. Но им видней, геймерам-задротам.